Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки Ниндзя Легенды. Я почитал комментарии, и многие попросили, чтобы я все-таки снял вечернюю серию. Про что? Естественно, про испытания. Испытания какие? Естественно, Черепашья Буря. Поэтому, ребята, приступаем. Ну что, тут всего 3 эпизода, как ты знаешь. Ну и поехали. Награды очень даже хороши, тут $60. Плюс 3. Ну, осколки серебряные мне не нужны, но вам, если вы играете, то, конечно же, нужны, ребят. Ну что, поехали. Сыр есть? Есть. Вперед, как говорится, и с песней. Раз, так, и вот так. Я думаю, что эта команда, в принципе, справится. Ну, если нам не будет хватать сыра, нам придется еще немножечко докупить, чтобы пройти это событие. Так, 4 волны. Начнем она с гранаты, с бомбочки. Опа. Понятно. А если я сделаю вот так, что ты на это скажешь, парень? Хлоп, уже ничего не скажет. Так, теперь давай-ка мы майки накажем. Если я выкину когти, отлично. Доня, а ты не радуйся, ты сейчас получишь тоже. Готов. Так, и Рафаэль. Ну что, приходим на вторую волну. И тут у нас, ага, черепашки фильм. Ну, я не знаю, ребят, тут первый, наверное, которого надо отсюда убрать, это майки. Потому что он умеет хилять. Потом, наверное, все-таки Рафаэля. Хотя Леонардо тоже как бы не на последнем месте стоит здесь, если честно. Но вот так все-таки надо сделать. Теперь можно убрать Лео. Не понял, юмрайс. Итак, замечательно, переходим на третью волну. И здесь у нас уже черепашки-ролевики. Так, Донни, блокируем его сразу же. Все. И шипы, конечно же. Супер шипы от супер шреддера. Все, ребята, и последняя, заключительная волна. Это у нас классические черепашки ниндзя. Здесь даже можно взять вот так вот провокацию, выпустить смертельную волну и добить Рафаэля. Вот, друзья мои, вам и весь результат. Погнали дальше. Здесь мы разобрались. У нас вторая волна будет. Так, $60, ай, шикарно. Так, 14 сыра у нас остается. А здесь нужно 15. То есть, ну, сам понимаешь, нам не хватает. Поэтому... Так, сколько же там нужно? Блин, а я не помню, ребята. А если я возьму соточку? Блин, мне откаты нужно еще покупать. Ладно, я сделаю вот так. Я сделаю вот таким вот образом, такой вот выбор у меня. Ну что, поехали. Здесь у нас, как ты видишь, 75 жетонов и 15 бакинских. Ну что, погнали. Так, команда такая же, вперед. Ну что, начинаем с классических черепашек ниндзя. Давай-ка проказуем бомбочку, так вот кинем. Так, а здесь майки. Майки, конечно же, ребята, в первую очередь нужен быть истреблен. Упс, почему-то не вышло. А если вот так вот? Теперь, давай-ка вызовем, наверное, маузеров. Минус, ага, Донателло. Так, переходим на вторую волну. Здесь опять ролевики. Опять же, Донателло блокируем. Шипы я здесь выпускать не буду, я думаю, не стоит этого делать. Давай так вот добьем. Окей. Да иди ты. Ты смотри, что вытворяет. Давай-ка, наверное, я... Да просто пробьем его. Раз. И все, да? Второго удара у нас нет, к сожалению. Так, Рафаэль. Ага, Леонардо берет провокацию. Рафаэль, наверное, массовую атаку сделает. Или как? А он не успеет. Переходим на третью волну, и здесь у нас уже черепашки-оригиналы. Во всей своей красе стоят, любуются. А если вам вот так вот сделаю подарочек? Что, не понравилось? Зато будете знать, кто такой Рейчик. Ну и, друзья мои, последняя команда. Это у нас черепашки-видения. Ох, ну давай, наверное, сюда бомбанем по Леонардо. Крепкий парень, да? А если я вот так сделаю? Сдулся, все. И шипы от нашего супер-шреддера. Так, да, тут можно, в принципе, волну уже даже применить. Отлично, просто круто, ребят. Ну что,
переходим на последний эпизод. Ай, красота какая, а? На последнем эпизоде нас поджидает 100 жетонов, 20 долларов. Прям благодать какая-то, а, ребят? Поехали. Состав команды абсолютно менять не собираюсь. Единственное, что, конечно, Рокзар и плюс... Кстати, а мы с тобой, если не ошибаюсь, в последние разы... Да-да-да, вместо Зека брали Криса Брэдфорда. Вот что я сейчас вспомнил-то. А здесь нам придется делать вот так. Бери, Рокзар, провокацию. Воу-воу-воу-воу, тише-тише-тише, бро. Что-то они совсем тут распоясались. Угу. Отдыхает. И тут, кстати, 6 волн. Ну, тут понятно, тут надо, наверное, Лео вырубать. Шипы. Так, Рафаэль что-то тут выпендривается. Мне нужно майки убрать. Так, переходим к третьей волне. И здесь у нас уже классика идет. Начнем вот так вот. Пумс. И добивочка. Так, не добивочка. Блин, надо нам хилять, хилять, еще раз хилять Зека. Друзья, тут уже серьезно все идет. Так, Леонардо попробуем сейчас наказать. А если волной? Хорошо, вынудили меня все-таки применить пулеметную дробь. Все, Зек вылечился полностью. Отлично, ребята. Но еще две волны впереди. Тан-тарин-тан-тин-тан-тан. Давай, наверное, так сделаем. Хлоп, замедляха. Хлоп, удар. Хлоп, пробивной. Отлично, ребят. Так, бросаем тергранат в доне. Блин, а постепенку не повесил. Давай заблокируем, чтобы он не стал провокацию. Да что ж такое-то? Ну давай так добьем. Что будет делать? О, массовую атаку все-таки лупанул, ребята, лупанул. И опять достается Зеку. Твою же дивизию, неужели упадет? Он, наверное, упадет. Ну ладно, ребята, упадет, упадет. Нам-то главное пройти это событие. Оф, Рокзар, красавчик. Ну что? На тебе. Ты бич такой пробивной. На тебе. На еще. И переходим на последнюю, ребят. А здесь у нас черепашки космос, насколько я помню. Да-да-да. Эх, зверюги. Так, кто у нас тут? Блин, тут Рафаэль, тут и Леонардо. У них у всех массовые атаки. Причем довольно мощные. Упс. Кто-то упал. Так, у Рокзара провокация стоит. Это круто, ребята. Так, бросим бомбочку. И остается Рафаэль. Шипы. Против него только шипы. На. Друзья мои, как вы видите, все идеально у нас получилось. Даже Зек не упал. Круто. Что я могу сказать? Ну, вы просили, чтобы я сделал серию. Я сделал, друзья мои. Фух. 225 осколочков у нас в копилочке. Так, зайдем с тобой. Опа. Тут у нас колодушка. Север Монтес выпадает. Отлично. По заданиям все густо-пусто. Кстати, подожди, у нас же еще вроде бы сыр остался или не остался. Сейчас посмотрим. В бой. Событие. Хватит хоть на один. Да, ребят, на один хватит. На один пробег. Потому что тут 8, нужно сыра, у нас 9 еще осталось. Ну что, погнали. Делаем уклонение. Теперь вертушка от нашего Леонардо. И забегаем в помещение. Так, что нам с этим делать, а? Я, наверное, все-таки вот так вот ярость Рафа возьму на прокачку. Плюс сюрикены. Ай, хорошо-то как. И метеорит. Вот это я называю, ребята, отыграли как по нотам.
Что, Донателло, правда, их не добил всех? Пришлось поддобивать, ладно. Так, ну а что тут? Тут я возьму провокацию, наверное, все-таки. Возьмем щиты. Так, муху надо лучом бомбануть. Давай, Дуни, жги. Тьюх. Блин, не дожег. А если так? Вот и все, вот и нет у них больше хила. Так, теперь попробуем вот этого бибопчика пробить. Фух. Массовый он решил, да? Вот и поплатился за это головой. И этот тоже. Ну что, Рокстеди? Адьюс, амиго. Как с куста прошли. Так, ну что, я не знаю, ребята, у нас откат произошел, интересно, по нашим бойцам. Если прошел, а у нас, наверное, этих нету. Сейчас глянем, а у нас откатов нет, прикинь. У нас откатов нету. Так, ну, например, 17-24. На некоторых бойцах есть, а реклама, давай-ка посмотрим, есть ли у нас. Хотя, знаешь, что мы можем делать? Есть. Только почему-то всего 3 билета. Ой, подожди-ка. Ну да. А почему только 3? Ладно, буду смотреть пока. Так, ну что, друзья мои, 14 откатов. То есть я могу еще немножко побрыкаться на арене. Что, в принципе, и собираюсь сделать. Только мне нужно в начале 17-24. Чтобы выдали именно столько кубков. А не 17-23, как они мне сейчас это дают. С какого перепуга-то, блин? Скажи-ка мне на милость. Давай 17... А, они вообще мне 16-22. Ничего себе, как они меня тут расценили. Слушай, а что случилось? А почему не дают? Так, подожди, я все-таки попробую, ребят, выжать из них последние соки. Это что за дела? Значит, до этого поединок мы с тобой отыграли 17-24. И все? И теперь мне только 17-23? Блин, ребят, ну... Наверное, придется... Я, конечно, могу тут до посинения сидеть и ролить... И знаю, что я бы выбил у них. Но просто я не хочу вас утомлять этим. Понимаешь, да, чем я? А бойцов у нас... тут если бы у нас было бы откатов 30, мы бы сегодня уже с тобой в топчике сидели. Это я тебе точно гарантирую. Так, ну что, поехали тогда. Начнем с шиповки. Начнем с шиповки. Да, в принципе, как начали, так и закончили. Просто ракетками их немножко под шумок подбили, и все, ребят. Круто, вообще ништяк. Ну, двигаемся дальше тогда. Так, смотрим, где мы с тобой. Так, ну что. Есть вероятность, что мы сегодня заберемся в Лигу Сёгунов. Ой, в Лигу какие Сёгуны? Рэй, ты чё? Сёгуны он вспомнил. Лига Мастеров, конечно же. Лига Мастеров, 3 звезды, не меньше. Можно больше, но меньше нельзя. А больше, к сожалению, тоже нельзя, потому что больше тут нету. Мастер 3 звезды — это максимум, который здесь есть. Раз, два, три. Окей, погнали. Погнали. И поехали. Так, ребят, сегодня на втором канале начинаю прохождение новых игр. Первая — это про Дикий Запад. Новая игра, которая вышла буквально вчера. А вторая — это Metal Unit. Потому что мутацию я прошел, Шоствайр я прошел, и как бы сейчас нечем заняться. Ну как, заняться-то в принципе есть чем. Времени нет, но выдержитесь. Выдержитесь, ребята. Заходите, смотрите на втором канале довольно интересные игры. Если кто не знает, ребятка, то в шапке канала есть ссылочка. Да и, в принципе, в описании ролика тоже есть. И не забываем на Яндекс Дзен подписаться, потому что фиг его знает, что будет с Ютубом. И на всякий случай, чтобы у вас не было какого-то ажиотажа, куда бежать или куда делся Рэй, можете просто там, просто подписаться. Вам не обязательно там смотреть, пока Ютуб есть, будут видосики здесь. Но дублироваться они будут и на Яндекс Дзене. Так что имейте это в виду. Многие еще спрашивают: Рэй, а как можно с тобой пообщаться или сделай какую-нибудь флудилку? Я вот думаю, ребят, я уже, честно говоря, года два или три думаю, я еще помню с этим ё-моё, с Иллинойзом мы когда общаемся. У меня же есть Дискорд,
Но он недопиленный. Я не знаю, ребята, мне вот что-то нету времени даже. Не то что времени, неохота просто разбираться в плане вот этих вот комнат создавать и тому подобное. Если бы кто-то, например, бы умел бы и делал бы, ну, был бы главным бы я там, да, а он, например, был вторым лицом моим, то, конечно, бы я бы только бы за согласился бы. Вот, потому что сам, это надо смотреть ролики там в Ютубе, как это все создавать, как это все правильно сделать. Там чат-бот, фигот, всякая ерундистика. Нет, у меня есть один там, один канал, где мы с Ильюхой общались. Давно, кстати, уже не общались. Да не то, что даже не общались, мы давно не играли даже с ним, ни во что. За отпуск так вообще что-то ни разу не столкнулись. Вот, поэтому, я не знаю, надо как-то Дискорд допилить и выставить, чтобы вы могли там как-то общаться между собой. Ну и в конце концов, чтобы я видел, может быть, какие-то пожелания или какие-то советы. Понимаешь? Чтобы в комментариях именно на канале, на Ютубе, не флудить лишнего. Вот и все. Как вам такая идея? Пишите в комментах. Не флудите, тут же их пишите в комментах. Ну да, как-то так, пока другой возможности у нас нету. Нету у нас такого прямого сообщества. ВКонтакте есть, но, ребята, там... Там вообще никто не общается. Там просто я выкладываю ролики, под ним никаких комментариев нет. Нет, ну, есть там Данила Благов постоянно, но там обычно он пишет, что он постит. Просто постит видосики. В принципе, за это ему спасибо большое. Вот, и что еще? А как такового общения там нету. Хотя и называется сообщество. Странно, да? В сообществе, в котором тишина. Так что это. Или предлагайте какие-то другие варианты. А по поводу стримов, ребята, да, возможно, будут. Но, наверное, не знаю, если на Ютубе не будет, я, скорее всего, наверное, перейду на Бусти. Стрим будет именно там, скорее всего, проходить. Потому что на... Что-то я там зарегался, нифига непонятно, ничего не разобрался. Я опять же говорю, нет времени в этом разбираться, шарить. Поэтому, наверное, в Бусти все-таки будет. Но там тоже свои, ребята, свои нюансы. Видосики там выкладывать, как говорится, нельзя. И нельзя, как бы тебе сказать, нормально привести... Блин, как это объяснить-то? Не то, что трансляцию нельзя провести. Нельзя ее хорошо оформить. Вот так вот, наверное, скажем. Да. Или же я фиг ее знает. Или я еще не разобрался с ней до конца. Ну, пока вот в ближайшее время вот такие, ребята, планы. Так что, если не хотите теряться, то будьте всегда на связи. Либо в Яндекс.Дзене. Ну, про Рутуб я не буду говорить, потому что... Там мало кто заходит, но я и там есть. Ссылки все, ребята, в описании. Так, ну что, у меня, по-моему, последних два отката. И, естественно, я их потрачу. И заметь, где мы находимся с тобой. На шестой позиции. То есть три звезды Лига Мастеров. Она у нас будет сейчас взята. Так, и вот так. Окей. Ну что. Жалко, конечно, что бойцов-то много, но... Никак их не реализовать. То есть самый крупняк, он еще не откатился. Потому что у них... Ну, если сейчас посмотреть по времени, там, наверное, еще часов 5 ждать. Это в лучшем случае. Сейчас мы посмотрим. Бабах. Сегодня вечером еще, наверное, ребята, я все-таки сделаю Дракону Саники Олуха. Сегодня должно быть событие, я же вам показывал. И поиграть, и заодно набить себе ресурсов. Ресурсы нам нужны. Ресурсы, прокачка, железо. Все это нужно. Так, ну что, мы с тобой в Лиге Мастеров 3 звезды. Ранг у нас 91. Так, у нас даже 105 пиц есть. Значит, мы можем с тобой что сделать? Немножечко пошуметь. Поехали. Значит, нам нужно 10 ящиков с инструментами. 2 нашли. Сыр тает прямо на глазах, как ты видишь. Не сыр, а пицца, точнее. Так, это третий ящик. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. И все, ребят.
пицца кончилась. Ну, 8 ящиков. Это, считай, еще 2 ящика. И мы с тобой до 4 ступени превосходящий разум прокачаем. Вроде бы как и все. Нет, можно еще здесь. Да, кстати, можно еще здесь попробовать. Не то, что попробовать, а надо. Надо набивать телепорты. Друзья мои, они лишними, уж поверьте, никогда не будут. Ставим, само собой, на автобой, потому что здесь изи-катки будут. И, соответственно, мои бойцы, ребята, здесь разберутся с ними без каких-либо проблем. Тем более супер-шреддер. Кстати, когда вот они сами ходят, супер, я не видел, чтобы супер-шреддер на автобое применял свой супер-дар. Вот серьезно, ни разу еще не видел. Ваньку видел, Ваньку, он вроде бы применял этот пулеметную дробь. А Бакстер вызывал маузеров. Но чтобы Шреддер делал супер-дар свой, такого что-то я еще не помню. Так, ну что, железноголовый отдуплился. Так, погнали дальше. Погнали дальше. Так, 4 телепорта еще в копилочку к нам упало. Ну, давай теперь здесь посмотрим. Так, Супер Шреддер начал. Пол ХП сразу отнял. Бакстер выпускает маузеров. И Ванька добивает. Окей. И остается последний поединок, который мы сейчас с удовольствием проведем. 6 откатов на нем разыгрывается. Опять же активируем автобой и смотрим. Уровень уже здесь 80-й, а он даже не попал, прикинь. Вот зачем он... Вот Супер Шреддер, объясни, зачем ты вот это сейчас сделал? Активировал хил, я не понимаю. Не понимаю твоей логики. Так, ползаруя уже нету у железноголового. Он даже, ну, вообще ничего не может сделать, прикинь. Вот Ванька пулеметку сделал. Ну, Шреддер, давай супер удар. Нет. Просто добил. Просто щелкунчик. Ну что, друзья мои, вот, в принципе, и все, что я смог сделать на вечернюю серию. Теперь быстренько ее рендерим и выкладываем. Надеюсь, еще вы успеете за сегодня посмотреть. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.